16 октября многим знакам зодиака просто непозволительно погружаться в водоворот мрачных мыслей. Звезды могут принять такое поведение, как печальный призыв, и пошлет на долю всем пессимистам новые испытания. Смело смотрите в завтрашний день, думая исключительно о приятном. Овны, новый день обещает вам взлет финансовой составляющей, и деньги будут перекочевывать в ваш кошелек со скоростью света. Главное – удержать свои соблазны и не растратить все на безделушки. С друзьями осторожнее во время душевного разговора. Кто-то из них обязательно попытается выудить из вас ценную информацию. Тельцы, звезды напоминают вам, позитивные мысли материализуются. Неожиданный подарок получите от человека, который давно имеет на вас виды. Присмотритесь к нему, но непременно проанализируйте поведение претендента на сердце в дальнейшем. Поездка принесет прибыль. Близнецы, 16 октября вы рискуете всюду опаздывать, что приведет к немалым проблемам. Вообще лучше спрятаться за броней, чтобы не наградить себя неприятностями в общении. Внимательнее к здоровью, особенно если вы занимаетесь активными видами спорта. Раки, в среду у вас будет одно желание – никого не расстраивать и самому не нервничать. Вы и так достаточно истощены эмоционально. Все, что планировалось в быту и в финансах, воплотится в реальность. Избегайте физических нагрузок, дальних поездок и новых знакомств. Не исключены травмы. Львы, новый день подкинет вам массу неотложных задач, к решению которых вы мало подготовлены. Не отвлекайтесь на мелочи, иначе закроете дверь в мир перспектив. Не исключена премия и аванс за новый проект. Если решите провести этот день в семье, то нацельтесь на домашние дела. Девы, готовьтесь к загадкам, их много, а ответов нет. 16 октября вам предстоит делами заниматься в активном темпе. Может расстроить любимый человек, который сообщит неприятную новость. Со здоровьем шутки плохи, особенно если закидывать в желудок все подряд. Не забывайте про закаливание, пробежки и физзарядку. Весы, звезды предрекают вам весьма продуктивный день, когда даже мелкая работа даст результат. Влиятельный покровитель вмиг уладит все ваши проблемы. Но стоять и наблюдать за ним со стороны не следует, принимать участие во всем. А вот с путешествием пока не спешите. Скорпионы, в среду вас накроет фобия подозрительности, и вы будете пристально наблюдать даже за теми, кому всегда доверяли. И не сваливайте такое состояние только на осеннюю хандру. Загляните внутрь себя. Финансовое положение наладится после того, как вы четко распланируете бюджет. Стрельцы, 16 октября вам будет нелегко достучаться до тех, с кем давно работаете. Стена непонимания вырастет, потому что просто у многих нашлись другие занятия. Если подпишете в этот день контракт, то обеспечите себе материальное ровное положение, причем без кардинальных перемен. Козероги, готовьтесь преодолеть лабиринты, прежде чем подберетесь к главному и измените развитие событий в нужном направлении. В помощь вам вдохновение и азарт, чтобы реализоваться в профессии, а вот ваши наследники устроят самый настоящий бунт на корабле и, как ни странно, во многом окажутся правы. Водолеи, звезды предупреждают, ваш новый день начнется с доказательств своей уникальности. Удивительно, но все получится быстрее, чем вам кажется. Заслуженное вознаграждение получат те, кто прекрасно разбирается в коммерции. Творческие личности, наоборот, могут потерпеть фиаско. Вы реализовали все не так, как необходимо. Рыбы, вот как вы представили себе будущее, таким 16 октября для вас и окажется. Получается яркая, веселая и даже романтичная картина. В рабочей среде без критики, увы, не обойдется. Причем критика будет жесткой, но справедливой. Молчите и слушайте. Для всех знаков зодиака 16 октября грядущая среда идеальна для завершения ранее начатых дел и для старта новых задумок. Лучше всего будут удаваться проекты, связанные с бизнесом, творчеством, искусством или дизайном. Звезды знают, что говорят.